можно. За кем-нибудь? Ну, короче, да, кто-то поехал за ним. Едет рассказывать. Сегодня у нас такие любительские соревнования, чтобы вы поняли, что такое памп-трек. И можно крутить педали. Да, наш памп-трек. В Центральной России памп-трек, на котором можно крутить педали. Нужно. Эксклюзив. Да. Будем стартовать в двух категориях. В трех категориях. А, новички, опытные и девушки. Девушка. Девушка. Вот. А, стартовать будем, всем говорю, стартовать будем на счет 3, 2, 1, старт. И после слова старт вы стартуете. Не на 1, не на 3. Буду прибавлять сразу 10 секунд. Это как так, если пересечение линии зачем? А засекаться время будет по пересечению линии. Но стартовать надо со слова старт. Если вдруг вы видите линию. Финиш будет также по пересечении линии. Да, линии. За разметку заезжать не надо. Вы же видите разметку. Да, там, где разметка есть, за нее заезжать не надо. Будет тоже плюс 10 секунд. Будет две попытки. Победитель определится в каждой категории по сумме двух попыток по наименьшей сумме. То есть надо ехать две попытки как можно быстрее, и тогда вы будете победителем. А где финиш? Собственно, и все. Два часа, через 4 минуты мы начинаем. Два часа у нас на не было. Мы начинаем с категории новички по списку регистрации. Первый в категории новички будет Павел Матюнин. Вызывать буду по именам. Опять. Или если имена совпадают, то фамилия. Все, давайте. Саша, где ты, подлец? Покажись. А чего твой любитель? Сделал. Кстати, видел о нем уже один раз. Я вот обновление последнее. Руки покрыли. Так что, Димон, сколько там у нас? Миссию обратно. Сейчас прояли. Баланс. Пускай сейчас раскат побольше. Раскат. Он просто так поедет, куда цикать, куда не заедет. А вы где был любитель записать? Конечно.